Угорь пошел у нас, смотри. Окно открыли. Окно открыли. Всем привет. Можно сказать, как бы выходной, но учебный немножечко. Расскажу вам, чем занимаюсь. Мне сегодня нужно сделать пару дел по работе, пару дел по учебе. Я сейчас вижу свитер для Поли. Я думаю, вы точно все знаете. Она тоже про меня говорила в видео, ну и я скажу, что уж на то пошло. И вот такой он уже получается. Это перед, я полностью связала перед. С прозрачненькой какой-то частью, но это из-за того, что достаточно расслабленное вязание, и он очень легкий. То есть в шкафу не буду такую груду вязать. У меня просто проблема была с моими свитерами, что они очень тяжелые были, что типа там килограмм пряжи на них уходило, это слишком много. И мне кажется, наоборот, лучше, чтобы он был легкий, но все равно он будет теплый. Также у нас имеется два рукава, тоже уже полностью связанными. Здесь резинка другая уже снизу. Здесь она вот такая, чтобы рукавчики были такими фонариками. Немножечко все-таки смотрелись, поэтому резинка здесь очень тугая. Она прям, вот знаете, она очень-очень тугая. И она вот так собирается. Симпатично, я считаю. Осталось только спинка, как я и сказала, и горловину вывязать. К этому же я вяжу еще свой свитер, который, помните, я вам еще в вязаном подкасте его показывала. Этой вот широкой, высокой горловиной. Вот мне тут осталось примерно, да, половину еще связать. Тоже он такой как прозрачный. Но вообще он не прозрачный, что мы на тело его кладем, когда он вообще не прозрачный. Это так он за то, что висит, кажется, что он прозрачный. На самом деле нет. Тут такая тоже вязка. Вот так она выглядит. Она немного другая, не такая, как я у Поли использовала. Резинка такая же, вот как у Поли как раз-таки снизу, такая двойная здесь. Снизу здесь тоже двойная резинка, но она очень короткая. Я уже на самом деле расстроилась, что он такой получился, хотя, мне кажется, он бы ей все равно понравился. Он нравится. Но вот знаете, вот есть такие вещи, которые, типа, ты понимаешь, ты можешь там сделать лучше или знаешь, как сделать по-другому. Мне вот будто бы не нравится вот эта снизу резинка. То есть она выглядит симпатично, ну, относительно свитера, да? Я так себе его прикладываю, у меня ощущение, что эта резинка, она будет обтягивать, типа, тело, а мне кажется, хочется, чтобы, типа, свободнее было, но мне кажется, всем хочется, чтобы, как бы, к попе ничего не прилипало, и вот у меня такое ощущение, что, типа, она какая-то вообще несуразная, хотя я ее вязала крючком на 2 размера больше, чем основную часть изделия, и она должна была больше получиться. Еще я вам, кстати говоря, сегодня хочу показать новое средство свое для волос, которое мне безумно нравится. Вот, и рассказать вам о нем немножечко хочу. И серия еще новых шампуней появилась, точнее не шампунь, там кондиционер, маска и шампунь. Я безумно рада. Ну, короче, покажу вам потом. Рисовая каша. Она очень вкусная. Не знаю, что за фирма, вот такая в Яндекс.Маркете. Возможно, один синнаменчик. И это я в обед съем. Картошечка дольками и суп сырный. Я вот как раз-таки последние недели полторы использую масло для волос. Вот это как раз тот продукт, который я упоминала несколько минутами ранее. Это масло Rio от бренда Мале. Создано для того, чтобы волосы не пушились, были гладкими, мягкими, воздушными и легкими. И к тому же не электризовались еще. И для меня это очень актуально, потому что мои волосы сами по себе по текстуре очень пушистые. А вот это масло, как видите, позволяет мне сделать, в общем, без пушистости вообще какой-то совершенно, а еще добиться блестящего эффекта с другими продуктами. Раньше я не могла такого получить. Раньше, кстати, экспериментировала с маслами для волос, но все они давали какой-то, знаете, эффект вроде бы гладкости, но при этом жирнили и утяжеляли волосы. Часто у масел есть такая проблема, но этого масла конкретно вообще совершенно нет. Не дает никакого утяжеления, нет жирности вот этой волос, которая там, знаете, буквально на следующий день хочется себе это все убрать. Нет, тут такого нет. Я наношу всего лишь 2 капли на всю свою длину, а то есть как бы волос у меня достаточно длинный, если у вас волосы, короче, можно относить меньше даже, 1 каплю масла использовать на всю длину волос. Она мне понравилась не только по своей текстуре, но и при этом по отдушке. Я тот человек, который не любит вот эти вот, знаете, химозные какие-то отдушки. У этого масла отдушка приятная. Поэтому я могу сказать, что мне действительно понравился этот продукт. Потому что здесь еще, кстати говоря, натуральные компоненты. От этого же бренда Мале у меня еще есть продукты для волос именно мытья. Это кондиционер, маска и шампунь, которым я тоже сейчас уже пользуюсь 1,5 недели где-то. И могу сказать, что это тоже просто находочка, особенно комбинирует с этим маслом. Это просто что-то невероятное. Как я и сказала, масло это сейчас просто мой фаворит. А еще посмотрите на упаковку, какая она чудесная, минималистичная и красивая. И вообще отлично смотрится на полке с моей уходовой косметикой. Знаете, так выделяется немножечко. Ссылки на все продукты от бренда Мале я оставлю в описании под видео. И по моему промокоду VEOG10 вы сможете получить скидку
10% до 31 декабря этого года на маркетплейсе Озон. Я вообще не часто говорю о каких-то таких продуктах для волосах. Меня действительно сложно удивить, потому что что я только не пробовала, но вот это меня действительно порадовало. Поэтому, если вас заинтересовал этот продукт, то переходите по ссылке в описании, читайте там подробности, а мы возвращаемся к повседневной рутине. Я сейчас довольно-таки хорошо поработала. Я смонтировала интеграцию, сделала правки в другой интеграции, и сейчас хочу повязать. Учеба, кстати говоря, проходит легко, вот такой вот вам апдейт. Но относительно легко. Мне нужно буковки перерисовать. У нас будет, типа, учебная практика по каллиграфии, получается, да? Так же это называется. Мы там начали буквы делать на парах, но у меня не было с собой длинной линейки, и поэтому у меня все там, ну, некоторые моменты кривые получились. Я хочу переделать, чтобы было, типа, знаете, ровно. Перфекционист, как бы. Вот сегодня этим надо заняться. Я стараюсь на себя не наседать все равно в выходные, потому что я как бы 5 дней хожу учусь, и я очень сильно устаю, потому что ездить далеко, и типа я туда-сюда еще со всеми вещами таскаюсь. Ну, короче, это не самое лучшее, что можно в жизни придумать. Я не хочу болтать о личном. Веселый, милый и симпатичный. Гораздо хуже. Ясно, ей все еще больно в жизни. Но в калории максимум остается общий наркоз. Дмитрий, тогда придется интубировать. Я знаю, тебя удивляет мое присутствие. Я сегодня тут ночевала, и вчера на диване. Думала, улизну, пока ты спишь, но... Этим можно чистить плиту? Мне пришла посылочка. О, это очень клево. Это прислали на рекламу. Блин. Вау, очень красивая упаковка. Благородная. Красотища просто. Так, ну это во следующем году. Как-нибудь там потом. Это чудо какое-то. Мне нужно сделать вот такие буквы, перенести их на бумагу. Я вот уже начинала делать на паре. Ой, вот, это буква А, Б и Е. Вот А и Е у меня, кстати, получились. Очень даже ничего, но можно лучше. Но Б что-то вообще и плохо, короче. Потом я хочу переделать, и у меня все будет очень ровно, красиво. Вот, так что сейчас сюда начну переносить другой листик. Как-то так получилось, вроде бы видно. В общем, буква A, B, E, F, K и L. Вот. Такие, короче, буковки. Потом мы их вроде как должны будем тушью красить. Так что сейчас замотаем и уберем. И я пойду вязать. Вязать! Вот Оуэн верит, честное слово, и любит тебя. Может, в этот раз все иначе. Может... Он даже не знает мое настоящее имя. Расскажите ему, он поймет. Кореев он... Это Лиза из будущего, которая монтирует это видео и которая вечно забывает записать прощание. В общем-то, да, вот так прошел сегодня выходной день. Такой небольшой, получился влог просто для разрядки ума, так сказать. Вот, поэтому, да, большое спасибо за просмотр, спасибо, что посмотрели это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось и подняло настроение, оно было таким спокойным. Вот. Всех люблю и целую. До встречи в новых видео. Пока!